Всем привет-привет! С вами снова я, и на этот раз со своими уже выгодными покупочками по каталогу 12. Напоминаю, что он у нас только начал действовать, действует по 28 августа, но сейчас я вам хочу показать автозаказы, которые я ждала давно, и кое-что из выгодных покупочек. И, наверное, покажу все-таки то, на что давно смотрела и который раз убеждаюсь, если ты думаешь, вот взять, не взять, обязательно будет какой-то стимул, какой-то подтолчок, грубо говоря, что или знак, что просто бери. О чем я? У нас сейчас действует целых 5 распродаж. Итак, рассказываю. Одна распродажа до конца недели. Она называется «Неделя выгодных покупок». Там распродаются аксессуары. Я тоже много что взяла, но придут на следующей неделе. Распродавалась моя фарфоровая посуда, которая у меня уже есть. Но, как говорится, посуда – это такая вещь, которая может, в принципе, где-то и побиться. Поэтому я себе взяла про запас кружек. Взяла себе салатники, которые давно смотрела. Тарелки как-то решила, в принципе, наверное, не нужно, но салатники взяла, вам скоро покажу, цена просто огонь. Дальше снова распродажа 75%, которая была и обычно, но она обновлена. Солнцезащитка снова и распродажа обуви. Кое-что покажу, кое-что заказала, и о чем я говорю, это о кроссовках, на которые я смотрела давно. Но знаете, у меня столько обуви, что купишь 100-500, и можно сказать, пару, и думаешь, сколько ты раз ее обуешь? 1-2 раза. Но сейчас я себе купила как-то много таких вот спортивных вещей, и иногда нужны именно белые кроссовки. Но я хотела именно кроссовки, чтобы были такие хорошие, добротные, можно сказать. Эта моделька у меня SSW083. Почему я себе брала сразу 35 размер? Потому что недавно были в заказе 40. У одной девчонки я их померила, они на меня большеватые. Я думаю, вы их зацените и тоже захотите заказать. Они были, смотрите, какие крутые кроссовки. Вот они кажутся громоздкие, но на самом деле мега легкие. Просто легкие. Ну, не знаю, как вам передать. Вот подошва почти не гнется. Как всегда, хлопковая основа. Я думаю, вы видите, в принципе, они и на широкую ногу подойдут. И они были, по-моему, где-то под 90 рублей по каталогу, где-то 63-64 рубля своя цена. А сейчас они на распродаже меньше 50 рублей. Это 39 размер. Очень крутые, прям то, что нужно. Хочешь под джинсы, хочешь под шорты, хочешь под юбочки где-то какие. Сейчас, в принципе, и платьюшко носит с кроссовками. И белый цвет подойдет под все, что хочешь. Значит, состав сейчас. Стелька текстиль, подкладка текстиль, вверх искусственная кожа. Это 39 размер. Они еще есть в таком молочном цвете, но я решила взять себе кристально белые. И я просто на самом деле в восторге. Так что, если вы, как и я, где-то, ой, сейчас поставлю, чтобы не мешали, вот давно смотрите вот именно на эти кроссовки, просто рекомендую, заходите в персональные акции. Конечно, много что уже разобрали, потому что мы сегодня с одной женщиной выбирали, но все равно зайдите и посмотрите. Ну и напоминаю, если вы не можете ничего посмотреть, под этим видео всегда есть ссылочка для самостоятельной регистрации, где вы автоматически получите доступ к ценам склада. Дальше. Автозаказ из бизнес-аксессуаров. То, что я никогда не брала, не видела, и они очень-очень редко бывают. О чем это я говорю? О настенных часах. И знаете, насколько я была в восторге, когда я их вчера открыла? Я думала, что они пластиковые. Не знаю почему. А они мега крутые. Вот прямо сейчас покажу. Значит, приходит, как всегда, в коробочке. Значит, они здесь не имеют ни... Нет, обманываю. Артикул 910-253. Часы настенные Faberlic. Состав алюминий, пластик, материал. Диаметр 30 сантиметров. И посмотрите, какие они крутые.
Вот. Просто нечто. Не вычурно, вот и надпись красиво. Вот прям то, что нужно. Купили батарейку, вставили и все. И они такие, знаете, и не легкие, и не тяжелые, такие нормальные. И мне кажется, прям подойдут под любой стиль, можно сказать. Поэтому рекомендую тем, у кого уже больше 50 каталогов VIP, вы имеете возможность покупать бизнес-аксессуары. Так что спешите. Но, знаете, я вчера сделала рекламу в чатах. У меня девчонки начали просить, и увы, и ах, а их уже в списке пока не дают. Так что, видно, не зря я их взяла и, кстати, ждала, по-моему, месяц. Дальше, опять же, автозаказики. В прошлом каталоге, и, по-моему, позапрошлом, в этом уже нету. Была распродажа в специальных акциях из серии бурматиков одежды. И вот, долго не было. Я решила себе заказать маечку, точнее, это звучит, трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, пыльно-розовый цвет, моделька 022W2913, артикул 532-469. Почему я ее взяла? Потому что я ее видела на девушке одной, мне она очень понравилась, и я прям не поленилась, спросила, какой брала она себе размер, чтобы, как говорится, знать, какой брать себе. И сейчас ее покажу. Вот как она выглядит. Я все вчера брала домой, меряла. Все подошло хорошо. И знаете, что мне нравится? Что здесь какая-то такая ткань, не такая, как обычно в футболочках. Стопроцентный хлопок. Ну вот не знаю, как вам сказать и передать это все дело, но мне кажется приятнее. И вот вся серия бурматиков, она, ну, какие-то такие вот ткани специальные, вот не знаю даже, как вам сказать, что совсем не такие, как базисные, поэтому они чуть-чуть и дороже. Но это была на распродаже, сзади ничего. И я вот решила, что вот такого цвета футболочек у меня нету. Они, по-моему, были в трех цветах, но я решила взять именно такой. Это 50-й размер, все хорошо подошло. И еще я себе взяла блузку с коротким рукавом, белый цвет, но вы сейчас видите, что она не белая, модель 052W2601, артикул 533-774. Я почему взяла эту блузку, потому что когда-то я брала платье, рубашку, 52-й размер, я ее меряла. Вот сейчас вам покажу, о чем я говорю. Смотрите, какая классная расцветочка. Прям то, что нужно. Такая дышащая ткань. Вот прям на жару-жару. И мне что нравится, что такой вот рукавчик чуть-чуть приспущен. То есть не полноценный рукав, вот такой хороший. И здесь тоже разрез высокий. То есть не прям под руку. То есть, ну, как бы и потеть сильно, я думаю, так не буду. Но я брала платье-рубашку. И знаете, вроде бы взяла на размер больше 52, и все равно она получается как-то приталенная. И когда, ну, в принципе, это же платье-рубашка, она рассчитана быть на пуговках. И в итоге некрасиво. Они как-то растопыриваются, эти швы. Ну, сами понимаете, как-то не очень я себя комфортно чувствую. А 54-го не было размера. Вот. И поэтому как-то я осталась без того цвета, что хотела. И тут на распродаже, опять же повторюсь, она у нас длилась два каталога, я вижу в этой же цветовой гамме только рубашку и в 54-м размере. Знаете, она чуть-чуть на меня все-таки великовата, потому что это, благо, не мой размер, но плюс эта рубашка, она может быть такой, можно ее и заправить, и на выпуск. Вот. По бокам разрезики. Знаете, вчера достаю и смотрю, сейчас вам покажу. А здесь много-много пуговок. А я даже не видела, я до такой степени хотела просто эту рубашку, я даже не видела, что она не полностью расстегивается.
И сама себе думаю, это столько пуговок, это столько мне расстегивать. Потом смотрю, она полностью не расстегивается. Я ее мерила, очень крутая, приятная к телу. И мне кажется, и цвет такой мне очень даже идет. Вот. Можно, хочешь заправить, хочешь на выпуск. Очень классно. И ее и под шортики можно, и под юбочку. Одним словом, я довольна. Вот. И еще хочу вам показать, что я себе взяла, на что не обращала внимания. Значит, в прошлом каталоге на акции, кстати, в этом тоже обращаю ваше внимание, у нас сейчас, да, начали давать в персональных акциях концентраты различные и суперфуды. И вот я не обращала на них внимания. Это дрожжи пищевые. Состав дрожжи пищевые неактивные. Значит, одну столовую ложку залить стаканом воды. Добавить можно в овощное пюре, суп, салат, соус. Одним словом, можно добавлять все и везде. И обычно они, может, 23 рубля или сколько. Во-первых, я начиталась про их пользу. Но сразу вам скажу, я не пробовала. И как бы личных отзывов не имею. Артикул 15722, ну просто они в прошлом каталоге были, где-то были, потом их разобрали и опять под конец каталога появились. При заказе на сумму, вот может 8 рублей, может даже меньше. И просто решила взять, попробовать. Здесь 20 порций. И знаете, ну кто меня знает, знает тактику, что я перед тем заказы думаю, раз дешево, значит, наверное, срок подходит. Нет, нет, и еще раз нет. Срок до апреля 23-го. То есть, в принципе, срок еще хороший. Я просто к чему? Что сейчас, если вы не обратили внимания, просто посмотрите на акции при заказе на 14 рублей 49 копеек прогумит и пихтовита. То есть, именно та парочка, которая и пропивается вот именно в паре. Одно до еды, второе после еды. И вот именно эти капельки, можно сказать, именно нужны для того, чтобы повысить иммунитет, потому что скоро сентябрь-октябрь и начнется период опять болячек. Поэтому просто обратите внимание, как раз когда вы делаете минимальный заказ, как раз у вас выйдет две баночки, и они, чтобы вас не вводить в заблуждение, по-моему, 5 рублей 79 копеек по каталогу. То есть по своей цене будет еще дешевле. То есть меньше, чем 10 рублей вы заплатите за то, чтобы сделать вот именно такой всплеск иммунитету и защитить себя и свою семью. Так что обязательно, если особенно вы делаете большие заказы, закажите, подарите маме, подруге, сестре и так далее и тому подобное. И сами обязательно пропейте всей семьей. Ну, на этом у меня пока все. С вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер. Напоминаю, что каталог у нас только действует, очень много акций, очень много распродаж. И если кто-то не в курсе, у нас с этого каталога, с 12-го, восстанавливается стартовая программа. Не буду на ней очень долго останавливаться. Я прикреплю здесь видео, где очень-очень подробно рассказала, как выгодно воспользоваться стартовой программой тем, кто только пришел в компанию, и также тем, кто когда-то участвовал, и значит, тем стартовая была приостановлена, вы тоже можете восстановиться. Ну и, конечно, это видео будет полезно тем, кто строит бизнес компании Faberlic, чтобы быть в курсе всех акций. Всем до скорых встреч! С вами была я, Ольга Карпович.